Погода внесла свои коррективы в производственные планы оленеводческих хозяйств. Из-за оттепели затянулось массовое начало заготовки оленины. Из всех хозяйств округа убойную кампанию начали только два СПК – Харп и Красный Октябрь. Кстати, Харп уже выполнил план более чем на 50%. В остальных убой начнется позднее. А пока хозяйство готовится к проведению забоя, ремонтируют корали, подгоняют стада, приводят в порядок убойные пункты. В настоящее время за счет средств мясопродукты для нужд общины Канин осуществляется реконструкция приобретенного мобильного убойного пункта. Он оснащается специализированным оборудованием финской фирмы «Кометас». Всего оленеводческие хозяйства округа, а также владельцы частных оленей планируют сдать порядка 35 тысяч голов оленей и получить более 1000 тонн мяса, 80% из которых будет поставлено в мясопродукты, а 20% будет реализовано населению округа. К сравнению, в прошлом году на убой было сдано 37 тысяч голов и получено 1110 тонн мяса северного оленя. В том числе частными владельцами животных произведено 140 тонн мяса.